La aproape un an de la declanșarea războiului din Ucraina, prin țara noastră au trecut peste 700.000 de refugiați, dintre care 100.000 au rămas să trăiască la noi. În pofida ajutorului oferit de localnici, voluntari și autorități, cetățenii ucraineni se confruntă cu mai multe probleme. Informația po tomu, какие услуги, где и какую помощь, где и как можно получить гражданам Украины, находящимся в Бельцах. Сложность это, ну, скажем так, наверное, самая основная, потом ну, как все общечеловеческие сложности, скажем так, найти жилье, получить нормальное питание, потом уже, естественно, медицинское обслуживание и дальше уже по пирамиде экономических потребностей. То есть это уже какая-то самореализация, возможно, поиск работы. Cea mai mare problemă rămâne a fi necunoașterea limbii române, iar din acest motiv mulți tem să se angajeze la serviciu. Касательно сложности с поиском работы, ну, во-первых, это, наверное, языковой барьер в некоторых ситуациях, где работа требует государственного языка. По остальным, не каждый работодатель готов взять на работу человека, который здесь имеет статус временно перемещенного, потому что работодатель не понимает, сколько этот человек на него проработает. Неделю, месяц, три. Persoanele refugiate sunt recunoscătoare poporului nostru pentru ajutor și spun că chiar dacă întâmpină diverse dificultăți, voluntarii mereu îi ajută. Проблем никаких. Нас даже встретили на границе. Но единственное, что с расселением, я не знаю, как у кого, но тоже вижу, в отелях люди живут. Мы как бы через каких-то людей, там, у каких-то родственников, третьих лиц. На работу – да. На работу требуют знания молдавского или румынского языка. Вот в этом плане – да. То есть устроиться тяжелее намного. Мы приехали, нам сказали, куда приехать. Мы приехали с ребенком. Мы поселились, все у нас было. Единственное, что вот языковой такой вопрос, потому что не всегда понимаю, что говорят, и немножко сложно. В целом трудностей у меня не было. Не знаю, нас хорошо встретили, помогли, пытались сразу объяснить, что куда, кому обратиться, где получить помощь. В целом трудностей не было. Ну, единственная трудность – это дом покинуть, конечно. Conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la momentul actual, în Republica Moldova activează 962 de cetățeni din Ucraina, dintre care 703 femei și 258 de bărbați.